Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот маленький самолетик с пропеллером из одного 260-го шарика. Растягиваем шарик. И надуваем, оставляя где-то 7 пальцев. Завязываем ближе к колечку, подвигаем воздух, делаем пузырь на 3 пальца, сжимаем хорошо и делаем пузырь на 5 пальцев. Еще раз сжимаем и делаем второй такой же пузырь. Скручиваем их вместе. Теперь вот так берем и скручиваем их, приближая вот эти скрутки, перекручиваем их еще вот так вот. Это получился у нас хвост. Делаем на 3 пальца пузырь. Делаем мягкий пузырек. Пинч. Еще один такой же. Пинч. Делаем еще один пузырь на 3 пальца. И делаем пропеллер. Маленький мягкий пузырь. Пинч. Второй. Такой же. Пинч. И третий. Пинч. Теперь остаток сжимаем так, чтобы воздух дошел до конца, и делим пополам. Эту скрутку помещаем вот сюда. Можно обернуть для надежности. Теперь снова сжимаем вот так вот и, сжимая одной рукой, на конце делаем малюсенький пузырек, который помещаем в центр пропеллера. Вот так вот трубку помещаем вот сюда, а пузырек выводим в центр пропеллера. Здесь управляем все. Так. Пипку можно отрезать. Вот такой вот самолетик у нас получился. Всем спасибо за внимание и до свидания.